ребят, я миллионер. Поэтому с точки зрения запуска бизнеса, мне кажется, наша страна очень удобная. 5 основных задач и проблем, с которыми сталкиваются предприниматели у нас новые. Вау, класс! Это же возможности! Я тебе гарантирую, что у тебя будут самые высокие зарплаты, но в Молдове профессионалов мало. Амир Ройтман – молодой предприниматель, который смог основать международный клуб молодых бизнесменов и компанию «Ройтман Консалтинг». Клуб, который объединил единомышленников и задал высокую планку предпринимательства, карьерного роста и мотивации у нас в стране. Спрос на мотивационные лекции привели к тому, что Амир Ройтман – первый, кто смог привести к нам в страну Ксению Собчак, Ицхака Пендасевича, Радислава Кандапаса, Ирину Хакамаду и украинского миллионера Евгения Черняка. Успехи в организации мероприятий высочайшего уровня привел к другому роду деятельности. Теперь Амир стал уделять внимание консалтингу и трабл-шутингу, решению ключевых задач в любом бизнесе. Расширение бизнеса за рубежом, организация мероприятий на 1000 человек, консалтинг и мотивационные лекции в КМБ в один момент закончились. 2019 год. Пандемия изменила планы и деятельность молодого и перспективного предпринимателя. Однако какие шаги были предприняты, как изменились действия в период кризиса и как Амиру удалось стать еще успешней. Бизнес в Молдове. Какой он? Какой он? Он очень интересный. Особенно если взять расположение нашей страны в центре Европы, то очень удобно запускать разные стартапы и тестировать разные гипотезы. А потом уже запускать на весь мир. Поэтому очень многие предприниматели вначале у нас пробуют разные проекты, а потом уже запускают в Румынии, в Германии, даже в Америке, либо в России. А с какими сложностями чаще всего сталкиваются предприниматели, прежде чем открыть бизнес? Самая большая сложность – это команда. Как вообще у нас происходит? Знаешь, есть статистика, что примерно из 10 школьников, примерно 8 школьников улетают за границу учиться, и только двое остаются. А тебе представь статистику в универе, сколько остается, чтобы потом остаться в Молдове. То есть в итоге было посчитано, что примерно где-то в 2050 году население нашей страны будет меньше 2 миллионов. Что ты делаешь как общественный деятель для того, чтобы остановить молодежь здесь, у нас в Молдове, показать перспективу нашего рынка? Ты знаешь, я люблю нашу страну, мне она нравится. Но тут много плюсов. Первое – это комфорт. Все очень рядом. Маленькая страна, ты можешь добраться до любого места в пределах 5 часов. То есть, если взять самую крайнюю точку нашей страны до другой крайней точки, на машине 5 часов максимум. А в нашем городе ты можешь добраться до любой точки максимум за 40 минут, это еще и с пробками. Ну, если знать дорогу. Все рядом. Поэтому с точки зрения комфорта очень удобно. Если у тебя хорошая работа, но у тебя здесь друзья, родственники, то тебе здесь очень удобно. Деньги, которые ты тут зарабатываешь, ты можешь себе позволить, так как у нас очень удобный аэропорт, и мы можем добраться практически до любой точки мира, ну, с пересадками, но в целом очень удобно, то ты можешь себе позволить отдых в любой стране мира. Ты можешь позволить коммуникацию со своими партнерами через онлайн. Тебе же не обязательно куда-то специально физически ездить. Сейчас все можно делать онлайн. Поэтому если делать какой-то бизнес, то это можно делать и начинать в Молдове, а потом масштабировать. Открывать филиалы, франшизу. Поэтому с точки зрения запуска бизнеса, мне кажется, наша страна очень удобная. Плюс условия достаточно комфортные. Налоги, отношения с государством. Берем хорошее. Экономика растет, предприниматели замотивированы, и они готовы работать. Я знаю кучу людей, которые во время карантина вернулись из Европы, запускают здесь бизнесы, начинают здесь работать и поняли, что в Молдове не так уж и плохо. Да, отток есть. Но что происходит? Вот многим это даже на руку. Профессионалы, сильные ребята, да, покидают нашу страну. Но это о чем говорит? Конкуренция уменьшается, значит, я могу быть лучше. То есть ушел классный предприниматель. Улетел, думает открыть там в Румынии, в Германии, в России. Окей, зато я остался, значит, я буду номер один в этой стране. Почему бы и нет? Население Кишинева растет каждый год. Примерно мы растем, если не ошибаюсь, на 5-10%. Примерно через 3 года мы будем городом-миллионником. 3-4 года население Кишинева будет миллион, плюс-минус. Да, с одной стороны, для страны в целом это плохо. Но для города, где ты живешь, здесь будет все в порядке. Зарплаты будут расти,
прибыль у компании будет расти, людей будет больше. Молодежь, что ты посоветуешь нашей молодежи для того, чтобы она осталась здесь, развивалась у нас в Молдове? Всегда намного легче и проще развиваться у себя дома. Потому что здесь у тебя есть близкие люди, тебе понятен менталитет, ты понимаешь правила игры. Когда ты уезжаешь в другую страну, тебя там никто не ждет. Там есть свои граждане, которые живут своей жизнью, и, поверь, они чужаков не любят. Редко в какой стране с легкостью встречают иностранцев. Поэтому всегда проще развиваться у себя дома. Но что сделать такое, чтобы тебе было комфортно, и ты получал те деньги, которые для тебя, тебя делают свободным? Для этого тебе нужно первое правило – стать профессионалом. Вот для меня, я даже обозначил 2022 год – это год глубины. То есть ты должен быть профессионалом своего дела и копать глубже, не быть поверхностным. Mm-hmm. Когда ты поверхностен в чем-то, тебя очень легко сломать и развиваться. Так ты в этом не разбираешься. Сколько ты можешь стоить? Копеечку какую-нибудь. А если ты хочешь стоить дорого, ты должен быть профессионалом своего дела. Неважно, чем ты занимаешься. Ты копирайтер, ты агент по продажам, ты занимаешься рисованием, либо ты предприниматель. Любое, чем ты занимаешься, ты должен быть профи в этом. И давать максимальный результат от этой деятельности человеку, который пользуется твоей услугой либо товаром. Первое – быть профессионалом. Второе – единомышленники. В Молдове есть бизнес-клубы, есть тренинговые компании, есть компании, которые организовывают мероприятия. Посещая живые мероприятия, знакомься с единомышленниками, создавай такой профессиональный нетворкинг. Ты не знаешь, чем ты будешь заниматься завтра, через год, через два года. Да, сегодня ты специалист в какой-то сфере, а через два года ты предприниматель, а через пять лет ты уже в политике. Где найти действительно профессионала своего дела? Есть несколько вариантов. Хантинг. Я его не очень люблю. Это когда ты находишь специалиста в другой компании и приглашаешь его на работу. Но это не очень этично. Этично, да. А второй вариант – по знакомству. Если я хороший сотрудник, я знаю, куда мне обратиться. Хочу – обращаюсь в Эндаву, если я айтишник. Если я хочу быть агентом по продажам, я обращаюсь в Проймобил. Я знаю, куда мне обратиться. Мне не нужно говорить о себе: ребята, посмотрите на меня. Если я хороший специалист, меня ногами и руками оторвут. Но тебе нужно изучить рынок. Есть понятные компании, которые хорошо платят, и ты понимаешь, куда тебе нужно идти. Угу. Для этого тебе не нужно искать эту работу. Потому что дефицит кадров, я же тебе говорю, нам нужно в два раза больше кадров, чем они есть. То есть вот когда говорят, что я не могу найти работу в Молдове, да зайди на самый популярный сайт работы МД, там десятки тысяч вакансий. Не десятки тысяч, пару тысяч вакансий. Пару тысяч вакансий, где ищут работу. Разные компании, начиная мы ищем SEO-компании, заканчивая обычным продавцом. Кучу работы. Просто ты берешь и пробуешь, хоть каждый день ходишь на собеседование. Но ты слышишь фразу: я не могу найти работу в Молдове. Как ты не можешь? Каждая компания. Мы можем прямо сейчас взять телефон и обзвонить любые 10 предпринимателей и задать им вопрос: тебе нужен сотрудник? Каждый скажет, и не один. Я не знаю компанию, которая бы сказала: вы знаете, у нас достаточно сотрудников, нам больше никто не нужен. Вопрос в том, сколько он готов платить. Предприниматель готов хорошо платить профессионалу. Но в Молдове профессионалов мало. Поэтому предприниматель знает об этом. И изначально он не готов много платить тому человеку, который придет к нему на собеседование. Потому что редко приходят профессионалы на собеседование. Поэтому изначально они видят не ту зарплату, которую они хотят. Сколько времени должно пройти для того, чтобы предприниматель готов был платить столько, сколько необходимо работнику? Если я специалист, который уже 5-6 лет в этой сфере работаю, и у меня хорошие результаты, то, поверь мне, с первого же дня предприниматель готов платить. Ты решаешь вопросы HR для предпринимателей? Да, ко мне часто обращаются, и я рекомендую. Это все равно рекомендация. Это рекомендация, да. Я многих людей знаю, поэтому я такой траблшутер. Траблшутер – это тот, который решает вопросы, задачи, проблемы в разных компаниях. Вот. И я, понятное дело, когда ко мне обращаются компании, не только по вопросу сотрудников, они задают мне любую задачу, и я, находя решение в течение какого-то времени, говорю: да, могу, либо нет.
5 основных задач и проблем, с которыми сталкиваются предприниматели у нас в Молдове? Команда. Ну, это, наверное, это первая команда. Второе – эффективная реклама. Как сделать свою рекламу эффективнее. Третье – систематизация бизнес-процессов. Четвертое – в целом это что связано с личным брендом. И пятое – это инвестиции. Куда инвестировать? Ну, вот многие хотят пассивный доход. Кто-то думает, а есть какие-то интересные стартапы, проекты, может, еще какие-то бизнесы. Fii înconjurat cu cei mai de succes oameni. Scopuri potrivite. Realizarea ideilor propuse. Oferim servicii de calitate. ProImobil îți oferă șansa să te dezvolți pe plan profesional acasă. Cea mai mare companie imobiliară te cheamă în echipa sa. Личный бренд. Насколько эффективно на сегодняшний день развивается личный бренд? В основном бизнесы сейчас, они открытые и говорят, ребят, вот я предприниматель, я владелец компании, вот мой продукт, вы же знаете меня и понимаете, что я плохой не посоветую. Угу. И вот эта открытость, она очень подкупает клиентов. Давай возьмем очень известных предпринимателей, которые сейчас ведут даже свой влог, блог. Например, Игорь Рыбаков. Он мультимиллионер долларовый, даже, наверное, уже миллиардер. Оскар Хартман, угу. Евгений Черняк. Евгений Черняк, да. То есть это те предприниматели, которые открыто говорят, ребят, я миллионер. Ну, кто не знаком, Евгений Черняк – это Хортица водка. Да. Игорь Рыбаков – у него заводы. Оскар Хартман – у него десятки бизнесов, проектов, стартапов. Один из них он продал Озону. Ну, то есть это известные бизнесмены. На постсоветском пространстве. Я молчу про американских бизнесменов. Угу. То есть, о чем это говорит? Бизнес понимает, что да, я из 90-х, но сейчас я веду бизнес в белую, открыто и помогаю другим предпринимателям, вдохновляя их делать бизнес лучше. Украинский рынок всегда отличался от молдавского. Что нужно изменить у нас для того, чтобы и наши предприниматели выходили и выступали? А у нас, ну... Опять же, в Украине сколько, 42 миллиона населения, а только в Киеве 5 миллионов. То есть там города-миллионники, их там 5 штук, если не ошибаюсь. А в Молдове население Кишинева, это если взять с муниципием, порядка 800 тысяч человек. То есть у нас нет городов-миллионников, у нас страна небольшая. И тенденция к нам приходит, допустим, если то, что модно в Москве, до нас доходит примерно где-то лет через 5. То, что в Киеве, до нас доходит где-то через 2-3 года. То есть мы с небольшим запозданием. Следующий пункт – команда. Как ты вот как лидер консалтинговой компании решаешь этот вопрос? Сложно. Сложно найти хороших людей. Но меня спасает нетворкинг. Угу. За 8 лет бизнес-клуб КМБ организовал порядка 2000 мероприятий. Вот представь, 2000 мероприятий, через нас прошло, я думаю, больше 60-70 тысяч человек. И обычно яркие личности выделяются. Ты с ними знакомишься, общаешься, ну, такой профессиональный нетворкинг. И я для себя вот взял такое правило, я фиксирую интересных людей. У меня есть таблица контактов, и я фиксирую интересных людей. И когда появляется какое-то приложение, я уже к ним обращаюсь. Поэтому технология очень простая. Нетворкинг. Посещение интересных мероприятий и фиксация контактов интересных людей и что они могут. Насколько тебе было тяжело смириться с пандемией, учитывая то, что ты ставил акцент на нетворкинг? Знаешь, когда говорили, что самая пострадавшая компания – это вот рестораны, хорика, это вот хорика, да. Угу. А на самом деле самая пострадавшая – это организаторы ивентов. Потому что, кто не помнит, то первый год вообще нельзя было организовывать мероприятия. Никакие. А для организатора мероприятия, ну, блин, как? Что мы можем делать тогда? Поэтому тут это было сложно. Прям. Мы даже переквалифицировались. Я как основатель бизнес-клуба КМБ для себя принял такую стратегию. Окей, мы не можем организовывать массовые мероприятия, но мы можем бить на индивидуальный подход к предпринимателю. То есть мы начали запускать такие проекты, как «Достигаторы», «Клуб Достигаторы», «Клуб Мастермайнд». И цель этих проектов была помочь предпринимателю решить его задачи, его кейсы.
История клуба Mastermind очень проста. Собирается 12 человек, и в формате мозгового штурма, это такой коллективный разум, решает разные задачи. Вот представь, на секунду ты попадаешь в клуб, где 12 предпринимателей готовы тебе помогать решать разные твои задачи. Делиться своим опытом, знаниями, контактами, связями. Плюс эти предприниматели могут стать твоими клиентами. И вот сейчас мы развиваем очень интенсивно этот проект. Давай по порядку. 2019 год. Объявляют тотальную пандемию, ты никуда не можешь выйти, ты понимаешь, что ничего ты не можешь организовывать. Какие твои действия? Как многие, я начал анализировать, что происходит. Это такое выжидание. То есть вначале проходили несколько этапов. Этап отрицания, когда ты не хочешь принимать для себя эту ситуацию. Потом второй этап принятия, осознания того, что происходит. И третий этап действия. Когда я начал действовать, когда я начал принимать эту ситуацию, когда я сам заболел ковидом, переболел, вот тогда я принял эту ситуацию окончательно, что ковид существует, и это не чипирование. А далее, после этого, я начал анализировать, что делать дальше. Я уже тогда понимал, что пандемия, она будет несколько лет точно. И организовывать массовые мероприятия мы не сможем. А мы же организовывали массовые мероприятия не только в Молдове, но и в Украине, и в России. И вот в этот момент я для себя точно понял, что мы должны фокус ставить на индивидуальный подход. А индивидуальный подход очень простой. Мы провели анализ среди 50 наших клиентов, что для них важно. Мы просто провели такой телефонный опрос. Вот представьте, у вас ситуация следующая. Вам предлагают выбор того, что бы вы хотели, чтобы вам сделать для вас, как для бизнеса, чтобы ваша жизнь стала чуточку лучше. И каждый говорил, вот я хочу вот это, я хочу вот этого, я хочу вот это. И мы поняли, что самый главный запрос у людей – это окружение. Я хочу попасть в то окружение, которое будет меня поддерживать, мотивировать и помогать. Где я смогу найти для себя людей, единомышленников, которые в той же ситуации и находят решение. И вот тот момент я для себя понял. Есть три проекта, которые я должен запустить. Первое – это индивидуальный подход «клуб» для небольших групп. Это консалтинг. И третье – бизнес-разборы. То есть я провожу профессиональные бизнес-разборы тет-а-тет с человеком в онлайне. То есть мы с ним связываемся, неважно, где он находится, в любой точке мира, мы с ним связываемся и в формате такого коучинга, задавая правильные вопросы, выявляя его сложности, с которыми он сталкивается, ты даешь ему решение. Такой трабл-шутинг в таком вот индивидуальном порядке. Предпринимателям это нужно было в тот период, когда они сами столкнулись с трагедией? Очень. Потому что предприниматели разделились на три категории. Первые предприниматели, они такие: «Вау, класс, это же возможности! Мы сейчас, это значит, вот он закроется, у него не получится, так я, значит, смогу стать номер один». То есть и на рынке изменились лидеры, то есть появились новые лидеры. Это первая категория, которые увидели возможности в этом кризисе. Вторая категория, такие осторожные. Так, надо переждать, надо посмотреть, что там происходит. Нам нужно экономить. Нужно уволить, офис убрать, рекламу уменьшить. И и бить точечно, точечно. Это вот такие ребятки. Они до сих пор такие же остались. Прошло уже больше 2 лет, они также, им нравится, дела у них идут в гору. И третья категория, я бы не сказал, что вот у них прям депрессия. А они вот прям расстроились, у них дела пошли вниз. Угу. Они говорят, времена уже не те. Времена уже не те, в основном это пострадавшие ниши, это те, которые занимались, это хорика, это туризм, это организация мероприятий, это вот такие пострадавшие ниши. У тебя есть какая-то статистика, сколько предпринимателей пострадало? Была какая-то статистика, что порядка 30%. Угу. То есть 30% пострадало, но 70% у них стали дела еще лучше, чем были. А особенно показал лето 2021 года, когда мои друзья из туризма и из хорики сказали: ты знаешь, лето 2021 года – это было лучшее лето за все время, сколько я занимаюсь бизнесом. Это было круче, чем до карантина. Леді Салоку є щентіл наймоген квартира Лорашului, але тут де зоні де агремент, паркур, школь, градініця, ще університеті апрапі. Сіті Гарденс, квартира Лдін Парк, те ащапте ку ультимілі апартаменті ку уна, доу, сал три камери, нрати пинала триянь, фире прочин, фире банки, директла компанія де конструкції. О,
alegerea corectă a viitoarei locuințe presupune o analiză minuțioasă ceea ce ține de amplasare, preț, calitate și cea mai accesibilă metodă de achitare. Accesează butonul de mai jos și solicită detalii de prețuri, metraje și etaje disponibile în regim online. În noul 2022, alegerea perfectă pentru familia ta te așteaptă doar la City Gardens. În noul an, simte-te cu adevărat fericit! Acasă! Мы упаковываем и даем все самое ценное тебе, и тебе не нужно тратить кучу времени. Проблема интернета очень простая. Тебе нужно потратить кучу времени, чтобы получить информацию. И, к сожалению, не все твои вопросы, ты не сможешь найти ответы на все твои вопросы. А вы даете поэтому, концентрацию. А как раз, а в чем, почему, давай так, в чем фишка спикера? Почему стоит приходить на живые мероприятия? Очень просто. Чтобы спикер стал спикером, он потратил десятки тысяч часов. Он изучил кучу информации. И он просто приходит, тебе на блюдечке дает все самое ценное, выжимку. И тебе остается просто поднять руку и задать вопрос, а как вот это делается? И тебе сразу же все выложат. Все четенько, все как надо. Дальше. Посмотри направо, посмотри налево. Красивые девушки, интересные парни, кучу людей, которые могут дать тебе пользу. Эту пользу, которую ты можешь использовать. Может быть, слева от тебя потенциальный клиент, а справа будущая твоя жена, а спереди будущий твой партнер, а сзади твой будущий друг. Ты не знаешь, кто окажется на этом мероприятии. Пользуйся. Сколько стоит знакомство с твоим будущим бизнес-партнером? Сколько? Бесценно. Бесценно. А сколько стоит будущая твоя жена? Моя будущая жена. В целом. Но сколько стоит человек, с которым ты проведешь время? Понимаешь, вот ценность нетворкинга заключается в следующем. Ты понятия не имеешь, какую большую ценность ему может дать человек. А ты ее сможешь оценить в течение жизни. И когда ты задаешь вопрос, а стоит ли мне пойти на живое мероприятие, где эти люди? Я же могу в онлайне, сейчас очень удобно, вебинары, онлайны. Да, очень удобно, но сидя дома в трусах, вряд ли ты сможешь познакомиться с кем-то и наладить деловые отношения. Это будет крайне сложно. Нужна первая встреча. И вот как раз ради этого люди приходят на мероприятия, нетворкинг, себя показать, селфи сделать, сторис отснять, показать полезный контент. Для этого и существуют мероприятия. От чего ты отталкивался, когда ты первый раз пригласил Ксению Собчак к нам в Молдову? У меня был наставник. Я вообще, ребят, рекомендую. Если у вас нет еще наставника, найдите его. Кто такой наставник? Это тот человек, который на тебя будет положительно влиять с точки зрения своего опыта, знаний и умения доносить до тебя информацию и мотивировать действовать. Вот у меня был такой наставник. И как-то мы с ним встретились, а я тогда организовывал мероприятие бизнес-клуба КМБ, но в формате там до 200 человек. Это были бизнес-форумы, это были тренинги, это были встречи предпринимателей, это было 8 лет назад. И когда мы встретились с моим наставником, я ему говорю, вот мне чего-то не хватает. Вот я чувствую, что я могу больше. Но не знаю, как и что. И он мне задал вопрос, скажи, вот что для тебя было бы, вот с точки зрения заработка, вот самое эффективное? Я говорю, наверное, какое-то масштабное мероприятие. Он говорит, круто. Чтобы организовать это масштабное мероприятие и пришли люди на это событие, и заплатили хорошо, что для этого нужно? Нужна какая-то звезда. Отлично. Чтобы эта звезда, это местная звезда, либо это иностранная звезда. Иностранная звезда. Об этой звезде должны знать много людей, об этой звезде должны знать кучу людей. И у меня все пазлы сложились. И он такой говорит, что тебе нужно, чтобы ты это сделал? И я такой, бюджет. Окей. Ты сможешь найти бюджет? Смогу, смотря какой. А если очень постараться, ты сможешь привести звезду? Я такой, смогу. А если очень сильно постараться, сможешь какую-то крутую звезду привести? Я такой, смогу. Окей. Пишем декларацию. А там это как цена слова. То есть я, Амир Ройтман, обязуюсь до такой-то даты привести такого-то спикера. Если я его не привезу, цена слова такая-то. И там была названа не сумма, а я купил тогда в 2013 году новенький MacBook. MacBook. Новенький MacBook. И вот я вот только две недели как его купил, он говорит, цена слова MacBook. Не сделаешь? MacBook мой. MacBook мой. Вот, идеальное условие наставника. И тогда я буквально за неделю принял решение, что это будет Радислав Гандапас. Я тогда написал везде, куда только можно. Радислав, на мое удивление, мне лично ответил. И тут я уже начал коммуницировать с его женой. А его жена как раз его директор. Вот. И вот тогда мы как раз и организовали первое выступление Радислава Гандапаса. Это было в Рэдисоне. Тогда это было 400 человек. У нас был sold out,
за 9 дней до мероприятия. Мы думали, ну, соберем 300 человек. 400 человек, солдат за 9 дней, и мы просто отказывали еще. Это был фурор. Это тогда было начало. Потом уже стали привозить остальных звезд. Это была Хакамада, это была Собчак, Черняк. Мы тогда открыли КМБ в Одессе, потом открыли в Краснодаре. В Одессе до сих пор мой партнер развивает КМБ. Вот. В Краснодаре пришлось из-за вот всей этой ситуации остановить деятельность. И вот эта история постоянных... Мы даже Чувакина привозили в Одессу. То есть условия, при которых ты начинаешь действовать, это два формата. Первое, когда ты сам даешь вот свое слово, да, я это сделаю. Второе, это когда ты обязуешься, так, некая цена слова, что тебе неудобно, вот я тебе скажу, я это сделаю. А ты говоришь, докажи, что ты делаешь. Окей, фиксируем на письме, цена слова, и я сделаю. И мне уже будет неудобно не сделать. Либо с меня цена слова. Наставник. Наставник – это тот человек, который находит методику, которая будет на тебя лучше всего воздействовать. Тогда на меня воздействовала цена слова. Сейчас, по моему психотипу, мне не очень комфортна цена слова. Мне нужно понимать, зачем я это делаю, цель моих действий, и что в итоге я получу, и что я дам этому миру. То есть мне нужно понимать смысл этих действий, и на меня это очень хорошо работает. То есть теперь мне не нужно мотивировать меня ценой слова. Мне достаточно мотивации, чтобы мой наставник объяснил цель, понятную этого. И что в итоге я сделаю для этого мира? Потому что мы всегда оцениваем наши действия, как оценивают, ну, не мир, а те люди, для которых ты это делаешь. Если ты сам для себя оценщик, и ты говоришь, ну, нормально. Ну, вот так нормально, ты вот мелко плаваешь. А если ты хочешь масштаб, то тебе нужна оценка со стороны, которая тебе даст твой отзыв. Что лучше всего работает в маркетинге? Отзывы. Если у тебя нет отзывов, то о каком маркетинге можете речь? Что делать тем людям, которые не могут ставить себе цели? Они не знают, что это их приведет к какому-то успеху, серое счастью. Есть прекрасное новое современное слово – коучинг. Что такое коучинг? Это есть так называемый наставник, специалист, который в области коучинга, который может правильными вопросами вытащить из тебя ту необходимую информацию, знания, которые помогут тебе добиться поставленной цели. Сам себе поставить цели не каждый может. Это достаточно сложно. Но найти коуча, либо наставника, который поможет тебе разобраться в этом, вот это возможность есть у каждого. У каждого человека. Этого наставника, либо этого коуча можно найти бесплатно из своего близкого окружения, либо чужого окружения, либо за деньги. Как распознать коуча и инфо-цыгана? Что из себя представляет такое модное слово «инфо-цыган»? Это человек, который торгует информацией, в которой сам он не разбирается. Вот, например, я прочитал какую-то книжку и начинаю всем продавать курс по этой книжке. А сам я в это не вник, сам это не делаю и не умею. И за моей спиной ничего нету. Ведь если взять, что такое инфобизнес, это информация, которую продают. И на этом зарабатывают деньги. Так можно назвать любого предпринимателя, который занимается деятельностью преподавания. То есть это могут быть какие-то выступления, это могут быть курсы, это может быть университет. Ведь когда преподаватель приходит в университет, ему уже платят за час. Это тоже своего рода, мы можем назвать кого-то из этих преподавателей инфо-цыганом. Если он в этом плохо разбирается, он где-то что-то прочитал и начинает излагать эту информацию, не понимая и не пользуясь ею, а просто ее пересказывает. Это тоже своего рода обман. Он пытается научить тому, в чем сам не разбирается. Как твое окружение повлияло на тебя и как ты вырос? Ройтман консалтинг, то, чем я занимаюсь, это история влияния наших участников из бизнес-клуба КМБ. Мы создали закрытый клуб, где участвует средний бизнес, который делится своим опытом между собой. Я не из среднего бизнеса. Я организатор бизнес-ивентов. Да, у меня компания, которая проводит 60 мероприятий минимум в год. Мы организовывали до карантина мероприятия, где участвовало 1000 человек. Представляешь, чтобы собрать 1000 человек, это нужно 3 месяца колоссальной работы команды. Это таргетолог, дизайнер, копирайтер, конструктор сайтов, это колл-центр, это проект-менеджер, это волонтеры, это ивент-менеджер, это куратор всего этого. И я как организатор, как руководитель этой компании за всем этим еще следит.
То есть это одно мероприятие на 1000 человек, а кучу мероприятий на 200, на 100 человек, тренинги, которые мы проводим. То есть это огромный труд, и нужно еще разбираться в тендерах. В трендах. Mm-hmm. То есть мне важно понимать, а какая тема зайдет, а что будет интересно, а этот спикер будет интересен, не будет интересен. Ну, ты понимаешь, чтобы организовать мероприятие на 1000 человек, это большие бюджеты. Это спонсоры, партнеры, это компании, это корпоративные заказы. Ну, то есть это настолько много всего, что ты должен разбираться там. И каждый раз, когда ты создаешь какое-то мероприятие, это как новый стартап. Чтобы организовать какое-то мероприятие, тебе требуется прописать, как знаешь, как новый проект, в котором новый спикер, новая реклама, это новый скрипт продаж, это другое помещение, это другие условия. И это все еще нужно как-то сделать, чтобы было полезно и интересно. У нас люди ленятся. То есть ты должен научиться искать информацию в интернете, кучу ответов на твои вопросы. А знаешь, твой вопрос, а как стать счастливым? 1000 статей, как стать счастливым. Скажи, ты сейчас счастлив? И что для тебя есть счастье? Такая, знаешь, минутная пауза, и я отвечаю, нет. Нет, я не счастлив. То есть не то, что я, прям мне плохо, но я еще не нашел вот этот ингредиент счастья. Вот из чего состоит счастье? Кто-то говорит, что он счастлив, потому что у него есть друзья, семья, любимая работа, он здоров, и у него все хорошо. И он счастлив, ему этого достаточно. Кто-то может быть долларовым миллиардером, и он будет несчастлив, потому что вот ему не хватает. Чего не хватает, ему сложно объяснить это. Угу. Могу ли я тебе ответить, чего мне не хватает? Вряд ли. Потому что 5 лет назад мне казалось, что счастье, оно такое. Ты доходишь до этого момента, ты вроде выполнил все, что тебе по ТЗ было дано тобою 5 лет назад. Я буду счастлив, если и перечень. Ты это выполняешь, ты до этого дошел, а потом какая-то пустота. И ты не понимаешь, ты же вроде все сделал. По идее, ты должен быть сейчас счастлив. Но тебе опять чего-то не хватает. И я понял, в чем счастье со стороны. Счастье — это, ты знаешь, такой непрерывный процесс. Когда ты постоянно делаешь что-то, что приводит к тебе к результату. И вот вечный вот этот результат, он в итоге создает состояние удовлетворения и то, что ты молодец. Ты красавчик, ты дошел до какого-то уровня, ты идешь дальше. Поэтому очень важно, чтобы твоя цель была, можно сказать, недостижима. Чтобы ты всю жизнь шел к этой цели. И тогда твое счастье будет объяснимо. Ты идешь к этой цели. И достигнув ее, а ее невозможно достигнуть, эта цель, она бесконечная. Угу. И вот ты к нему идешь. И вот мне кажется, что вот эта основная цель — это быть в моменте. И знаешь песню? Я в моменте. Быть в моменте и получать удовольствие от того, где ты. Вот, например, я нахожусь с тобой. Научиться получать удовольствие, что я просто веду с тобой диалог. Нас снимает замечательный оператор, режиссер, постановщик, продюсер. И то, что ты находишься... Продюсер здесь, Да. И то, что ты находишься в этой классной атмосфере, и ты от этого получаешь удовольствие. Вот найти вот это счастье, понимание, что ты находишься в моменте и постоянно движешься к своей цели, вот это кайф.